Юрий. Какого количества? Виталий и Юрий. До 30. До 30 человек. Давайте. Могут отправиться. Кто первый начинает сначала? Разогрелось. Не-не-не, положите места. Пока что. Кто играет? Еще музыка. На Юзефа, чтобы не знаете. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще человек 10 можно пройти на экскурсию. Смотрите, я нашел тут такое обозначение. Но оказывается, все это время было здесь. Я не видел, что здесь написано. Собираем. Да, здорово. Компанию на экскурсию по Черноморцу. Все желающие направо от центральной сцены. Можно назвать это сценой, а центральный палат. Что, малыши, кидай второй. Опять ветер, ветер. Давай, давай. И так без остановки. Да. Давай, давай, давай. Это было водяры, я думал, смотри, что вы не знаете. Тогда бежали кругом, штабелями. Да. Вываливаем все. Опа, все. Не можно? Еще так сделай, пожалуйста. Не слышит меня человек, а ушел человек. Ладно, пока. Вот нам сейчас девушка расскажет еще раз, как это все называется. Еще раз для тех, кто только-только пришел, ничего не знает. Мы здесь проводим игру. Игру «Бирпонг». Мы бросаемся шариками и пьем пиво. Кто первый выпьет пиво, тот и проиграл. Ну или кто первый упал, ну или кого первым вынесли. Ну, все в этом роде. Спасибо. Можно мне? Бирпонг. Я не играл, я в ту играл. Я еще нигде не записывал. Вас не добавляйте. И так далее. Да. Фору дал, да. Так. Ого. Не дотянул. Давайте немножко разойдемся, чтобы участникам было удобно играть. Давайте, у каждого должно быть по метру от столу. Я вернулся, я за вами приглядываю. Такой футбол нам не нужен. Ну, мы кто? Надо купать. Это как штаны, это еще хуже, чем штаны. Шарик, который грязный, обязательно смачиваем в воде. Я напоминаю, что победитель бирпонга у нас сегодня получает 50 литров пива. Ты пьешь! Дядя, быстрее, я занят, я работаю, да. Что? Я сегодня вечером буду. Не знаю. Давай, я предлагаю обновить правила игры для того, дабы все было быстрее. Какой игры? Нашей бирпон. Не надо ничего обновлять. Ты меня ищешь? Я тебя ищу, да. Привет. Давно не виделись. Что, Жень, что не так? Я думаю, можно сделать фигуру, да? Давай. Я смотрю, вы серьезно настроен. Очень серьезно. Ворошиловский стрелок. Ворошилов меня накурит.
Я думаю, что стоит все-таки поддерживать друг друга. Стараются, это не просто. Конечно, они очень стараются, Дима. 50 литров пива. А еще я хочу поблагодарить очень сильно нашего спонсора Пивасов. Спасибо вам за вкусное пиво и отличное настроение. Кто пьет пиво в Пивасове? Давайте похлопаем, кто пьет пиво в Пивасове. Нас здесь много. Открылся и в Ривьере Пивасов новый магазин. И они, кстати, первые две недели в подарок раздавали пиво. Купил 2 литра пива, ух ты, пиво получил 4. Просто сбивай стрелку. Вот и еще одна фигурка подлетела там у вас. Правильно я говоришь, да? Да. Опасная ситуация. Опасная ситуация. Все должно быть по-честному. Никому скорая помощь тут не нужна, нет, все нормально себя чувствуют. Пока да. Пока да. Дима, а между прочим, у нас сейчас полуфинал в Уфе. Да, там еще чуть-чуть и конец. Сейчас будет финал. Нет, в кепке. А еще мы здесь активизировались. Ребятушки, ребята, все, кто... Все видят, да? Значит, здесь у нас сейчас будет уже 3 минуты и экскурсия. 1 минута даже. Успеете попасть на экскурсию по стадиону Черноморец. Вас проведут даже в раздевалку, в чашу стадиона, правильно? В музей. Вы слышите много истории. Снайпер! Давайте только следующий кидок, немножко чуть-чуть. Контрольный в голову! Кто интересуется историей или просто хотят посмотреть на раздевалку футболиста? Почувствовать себя футболистом. Ивасову за отличный день, отличное настроение, отличный бирпон. За все самое прекрасное. Макс, можно будет что-то такое драйвовое на фончик? У каждого свой метод. Ну, минутка саморекламы, это тоже неплохо. Как он словил только что? Это закон? Метр мешает. Мне нужны команды, которые еще не играли сегодня в бирпонг, но уже... Победой, просто с победой. Этот бокальчик ваш, молодой человек, не расстраиваемся. Так, сейчас я обновляю стаканчики. Вы остаетесь здесь, потому что скоро будет 1/8 финала. Мы будем в финале будем с вами. Вы что же выиграли? Отлично, я всех помню. Все, буквально пару минут я обновляю стаканчики нам с пивом. И следующие две пары приготовиться, пожалуйста.